национальных культур. Как вы знаете, в нашей стране проживает огромное количество народов и народностей, каждый из которых по-своему уникальный и индивидуальный. И сегодня мы познакомимся с культурой некоторых стран и регионов с помощью самого доступного и понятного языка музыки. Встречайте, на сцене Анастасия Шемина и Дарья Макаричева. Настя исполнит шведскую народную песню «Ах, Вермланд, ты прекрасен» о проводках Хега и Цыганкова. А Даша – вариация на тему цыганских песни «Мартинде». Концертмейстер Эльдар Минюков. Встречайте, на сцене Дарья Макаричева, концертмейстер Эльдар Минюков.
Великолепный чардаш итальянца Витторио Монти – это поистине волшебный танец. Изначально написан он был для исполнения на скрипке или мандолине в сопровождении фортепиано. Он пользуется такой потрясающей популярностью, что переложения произведения сделаны для многих инструментов, включая дубу и контрабас. А сейчас его исполнит Алиса Катюхова, концертмейстер Александра Арифьева. Thank you.
Джига, или как еще его называют, джига, это танец, зародившийся еще в временах древних кельтов. В настоящее время джига является одной из основных мелодий исполнения ирландских танцев. Кирилл Фирсов исполнит ее в аранжировке Дэвида Рассела. Песня «Приди, рассвет» была написана Паладом Бюльбюль-Оглы на основе стихотворений Фикрата Годжи в конце 1960-х годов. Именно благодаря этой песне певец обрел популярность. Песня прозвучала также в азербайджанском фильме «Последняя ночь детства». Прозвучит она и на нашей сцене в исполнении Сабины Михайловой. Встречаем! Başla dünya o yanı güneşe.
консерваторию Парижа по классу фортепиано и органа. Наибольшую известность она приобрела благодаря своим сонатам для саксофона. Амир Айдын исполнит первую часть сонаты до диез минор. Концертмейстер Эльдар Минюков.
Следующий номер очень интересен своей предысторией. Это популярная и в наши дни корейская народная песня о разлуке двух возлюбленных. Муж покинул юную девушку, чтобы принять участие в борьбе с эксплуататорами. И она, взирая на перевал, через который перешел муж, выражает свою тоску по нему в песне под названием «Ариран». Она прозвучит в исполнении Снежаны Ким. Ариран,
это сборник Иоганнеса Брамса, состоящий из 21 танцевальной мелодии, созданной на основе венгерской народной музыки. Егор Подставкин исполнит венгерский танец номер 5, транскрипции Ишкевича. Давайте как-то еще раз поблагодарим Егора за такое прекрасное выступление. И сейчас на сцене выйдет Дарья Белоусова, чтобы исполнить произведение Яна Сибелиуса «Ель». Встречаем!
Завершает наш фестиваль, пожалуй, произведение, которое можно назвать мировым. Ведь представители народа, которые исполняют это произведение, живут в самых разных и далеких уголках мира. Без лишних слов приглашаю на сцену Руслана Богомолова, который исполнит песню «Две гитары». Подходит к концу. Большое спасибо за внимание. Концерт вели Елизавета Михеева и Анна Нестерова. До скорых встреч!